Всем привет! Сейчас я вам покажу один из багов в игре American Truck Simulator. Находится он, этот баг, возле города Лас-Вегас. Это примерно вот где стоит галочка. Примерно вот здесь где-то находится. Ну, сейчас увидите сами, что за баг. Едешь, все нормально, все хорошо, никто никого не трогает. Все вроде спокойно, едем. Ну, заметил я его в мультиплеере, думал, это мультиплеерный какой-нибудь баг. Решил зайти в одиночку поглядеть. А нет. И в одиночке. Перестраиваем сюда и едем вот. Оп. Что это? Где это? Ничего нет, да? Вот ничего нету. Мы не можем ехать. Смотрим. Оп. Смотрим, да что такое? На обочине съезжаем. Смотрим на обочине. Опять стенка. Невидимая стенка. Съезжаем в траву. Хотя тут ездить, что нам тут ездить, да? Тут едем. Оп, и опять упираемся в стенку. Ладно, посмотрим. Даже если ехать вот тупо. Все, проехали. Вот где-то именно на обочине этот баг. Невидимая стенка. Тупо. Оп. Уперлись. Вот тут вот находится Вегас. Вот тут вот. Так что будьте осторожны. По обочине меньше ездите. Хотя я ехал не по обочине, когда зацепил. А ближе к обочине, сейчас примерно расскажу. Где тут так вот я ехал? Нет, проехать можно. Все, уперся. Смотрим, до какого поры.
Проехал. Ну вот как-то так. Невидимая стена. Я думаю, таких невидимых стен море. Всем спасибо. Кому понравилось, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.